Вазкер, Криштиану, гол. Недавно во время матча Роналду разбили самое для него ценное – лицо. Окровавленный Роналду попросил у врачей телефон, включил режим селфи и стал смотреть, серьезные ли потери. Джорджина, мама его младшего ребенка, закрывает от ужаса лицо руками. Через несколько дней Роналду получал приз с синяком под глазом, но успокоил болельщиков. «Я по-прежнему красив. Мое зрение такое же четкое, как раньше». Зрение отличное, но новую угрозу Роналду не увидел. Оказалось, ночами футболист подбирался к чужим воротам. Он засыпал модели Райан Сагден интимными сообщениями, приглашал ее в отель. В дело вмешался жених красотки. Он пригрозил оторвать Криштиану его красивые ноги. Джорджина, невеста Роналду, простила его, но была обижена. О скандальных смс-ках она узнала накануне своего дня рождения. А ведь Джорджина воспитывает 4 детей Роналду, их общую 2-месячную дочку и 3 детей, которых родили Роналду суррогатные матери. После примирения пара выложила вот этот снимок. Так и на работе у Роналду сложности. Только он получил 5-й золотой мяч и догнал своего вечного соперника Лионеля Месси, так его команда Реал Мадрид сейчас уступает в турнирной таблице Барселоне, в которой играет Месси. Снова надо включаться в игру. Еще и Неймар официально стал самым дорогим футболистом мира. Обошел Роналду. На здоровье. Кстати, у них обоих, и у Неймара, и у Роналду сегодня день рождения. Виктория Болинских, Первый канал.